Всем привет! Выехали мы на рыбалку. Открывать летний сезон. Блин, конец июня, а мы на лодке первый раз выходим. Все уже давно на лодках рыбачат, мы все никак не выбрали, не могли выбраться. Вот, накачали наш плот на сегодня. Приехали, собак нас встретила здесь. Мешала лодку качать. Вот. Поплывем, посмотрим, что здесь ловят. Сейчас запрыгнем. Ой. Так, так, так. А что, может еще оттолкнуться? Сели на мель. Хорошо, подожди. Оп. Так, одна точка оторвалась. Все. Вроде как плывем. Так, место выбрано. Вот, вот, наверное, вот так это я как-то буду снимать, чтобы солнце вам не попадало в глаза. Вот так выглядит место. Даже когда подплывали, что-то тут плеснулось в камышах. Вот такая вот. Такое окошко. Большое. Огроменное. Раскладываемся. Мутим прикормку. И вперед. Так, что у нас сегодня для рыбалки? Что мы сегодня приготовили для рыбы? Как сказать. Вот так вот червя у нас продают. Вот. Бред. Пакетики. Какой-то. Коробочки зажали, походу. Червь красный навозный. Есть. Опарыш белый. Крупный, жирный. Есть. Не знаю, вот у меня еще макуха валяется. Думаю, прикормку тоже бросить. Такие вот брикетики. Следующее. Кукуруза. Чеснок. С ароматом чеснока. Будем пробовать. Ну, не знаю, здесь вроде такое не рыбачит. Обычно только на червя. Ну и, может быть, попробую я мини-бойла. Не знаю. Видно будет там. Прикормка готова. Сейчас минут 15 она полежит. Добавили пшенку в нее. Ну, прикормка, короче, грубо говоря, универсальная. Карп-карась. Сейчас она набухнет чуть-чуть. Рыбачить. Забрасывать ее в воду. Так, у нас первая поклевка. Либо очень мелкая, либо очень крупная. И аккуратная, да? Да. Не, ну сазана соберет он сразу. Ну да, эти, блин, дураки. Что карп, что сазана, и, блин, взял и пошел. Пошел. Это похоже либо на карася похоже больше. Ну, пошел. Опа! Сидим, угадаем, карась, красноперка. Это что, ёрш, что ли? Нет, толку, который пытался крючок переварить. Сейчас. Офигеть. Ай, тихо. Вот она, первая рыбка. Тихо. Ёкунь. Ты хотел ее взять как большую? Да. Сейчас. Вот она. Ну так-то размер неплохой. С палец. Вот камышах вот плещется, вот слышим, вот сидим, вот там плеснется, тут плеснется. Есть он тут, но вот не знаю, что-то. Либо с местом опять прогадали. Как вы вот место выбираете? Напишите в комментариях, кто как место выбирает. Так, ребят, просидели полтора часа на этом месте. Увидели по одной поклевке, поймали мелкого окуня одного. И на этом все, решили место сменить все же на другое. Нашли место. Попробуем на открытую воду бросать, не в камыш, а на открытую воду. Там мужика спалили одного. Под жопу тебя. Который по открытой воде вроде как ловит.
Итак, ребят, пока камера стояла на зарядке, все-таки мы поймали одного карася, где-то грамм на 300, наверное, и одного маленького сазанчика. Сазанчик, естественно, был отпущен. И после этого было еще пару поклевок холостых. И все. Я пробую сейчас на кукурузу. Товарищ также продолжает пробовать на червя. Так, ну что, ребят, как всегда, когда камера выключена, есть поклевки. Ну вот такой вот сазанчик маленький. Будет он сейчас отпущен. Оп! Ушел. Ушел. Ждем дальше. Пускай, говорит, здесь стоит. А, сидит что? Да. Где подсад? Или подсад не надо? Да что это? Вот он. Кто там у нас? Карасик? Неужели хоть одну поклевку нормально засняли, блин? Ну да, такой мелкий. Первый покрупнее был, да? Давай, расти. Оп, пошел, родной. Ну, чуть покрупнее уже, да? Оп. Тама. Чуть такое, не помню. Опять сюда. Ну смотри-ка, мы все крупнее и крупнее ходим. Вот такой вот сазанчик. Маленький. Ну тоже отпускать надо такой, конечно. Что? Пускай растет. А пумнички такие классные. Ну он это, он жрет. Прикол. Ну давай. Расти. Вот таких вот ловим, сидим. И отпускаем. Отпускаем. Мы, короче, спортивной рыбалкой занялись просто. Тренируемся, вот сидим. Поймал, отпусти. Это я, ну, такие ощущения классные. Раньше мы если ловили, то поймал, съел. Да. Поймал, отпустил. Теперь поймал, отпустил. Вот так вот и сидим. Ждем нашу рыбу, которую мы возьмем с собой на сковородку. Потом положить. Но пока не без судьба. Результата, да. Опа, у меня вообще что-то отвязалось. Дима, пока нет. Я же не взял уже, блядь. Так у меня где-то оторвался камыш. Ты сзади привязывал. Нет, здесь. Я здесь привязывал. Подсак. Короче, клюют вот такие сазанчики. Маленькие. Маленькие. Мы что? Ну, ловим, отпускаем, что нам еще с ним делать. Может быть, крупнее клюнет. И все. Мы еще отходили от этого места. Потому что-то поклевки прекратились, а тут обратно пришли и прям, знаете, один за другим клюет просто. Вот такой, такого размера вот сазанчики. Карася нету. Приехали за карасем. О, клюет сазан. Чик. Сазанчик, да. Нельзя его назвать. Сазаном его назвать точно нельзя. Махонький он еще для сазана. Да. Опа. Опа. Карасик.
Тихо. Да, точно, совсем другой. Он темнее. И форма у него другая. Сазанчик он вытянутый какой-то, более такой плоский. Быстро убегает, быстрее. Не заметил. Да, блядь, левой рукой неудобно вообще. Ну как он возит? Ну вот он опять. Здоровяк. Обкакался. Чуть-чуть. Не ссы. Да просто брызгает. Удочка хрустит, как будто там, блин, зверь сидит. Тут махонький. Вообще. А, подрастаете? Зови маму с папой, блин. Бабушку с дедушкой тоже. Вот он аж где. Спрятался, блин. Ага, ушел. Ушел. Какой-то умный попался тип. Завел специально вот в эту хрень. И ушел. Дальше гулять. Там если ничего не нету, самое. Если что-то не так, ты все услышишь по матерным словам. А ты думал, просто так, что ли? Дела так у вас не делаются. Да бля! Подожди, отпущу сейчас, бля. Че, ты вообще так боишься, ты, а? Да он соскользнул просто, у меня никак удержать его в руке не могу, бля. Все, плыви. Видишь, спокойно можно было это сделать. Где? Ничего себе, как неожиданно это было. Я думал, что произошло. Я думал, удочка, может быть, была там у человека. Нет. Просто клюнул кто-то. Ну. А что, он вообще загласил? Ну, пальцем не ткнешь? Ну, моими нет, я не знаю, может, здесь можно. Так-то вон крючок. Не, держи. Это же надо понять, где... Ой. Мизинцы, может. Ну, посиди со мной, поговори. Че там, секрет какой-нибудь рассказал? Нет, где родители его? Молчить. Надо было пытками его. Вот такой вот у нас походный пацак. Махонький. Для лодки самый это. Да. Не громоздкий, много места не занимает. Ну что, ребят, все, закончилась рыбалка у нас. Искали, свою рыбу мы так и не нашли. Собрались. Ну, в общем, больше сюда мы не приедем, на это место. Нечего здесь делать. Камыш гниет,
рыбы нет. А если есть, то ее очень мало. Так. Ну, посидели, подышали свежим воздухом, что. Заодно провели разведку боем, так сказать. Ладно, всем пока. До новых встреч.